Недавно проводили исследование. Если вы носите носки с лейблом «Катюш», то едете на 20% быстрее. И тогда ты начинаешь сразу говорить правильно. Да, это вообще там в носках все заложено сразу. Соответственно, очень рады здесь выступить. Настрой у нас был, да, все-таки больше для любителей. Но я думаю, профессионалы тоже найдут здесь свой интерес. И поэтому хотелось бы сначала понять, кто из вас на велосипеде катается. А кто ездит? Да. Хорошо. Триатлонисты тоже есть, да? То есть кто, для кого велосипед — это лишь часть, элемент, есть, да? Не для велосипедиста. Да. Ну, не, наоборот, перья. Я все-таки за то, что триатлон — это не то, что не до плавания, не до бег, не до велосипед. Не хочу обижать. Тогда я прошу вас, если возникает вопрос, можно по ходу, да, если это вопрос, действительно касающийся конкретно слайда, а не так, что там на будущее что-то. И мы начнем. Здесь знакомая для вас уже ситуация. Вращаются педали. Но, может быть, для кого-то какие-то здесь будут новшества, да, по фазам, и мы о них обязательно проговорим. Но вначале хотелось бы какие-то буквально основные просто вещи сказать, что многие люди, которые впервые садятся на велосипед, им хочется давить. Большинству людей им хочется, как, так же, как они ходили, им хочется сразу давить. Но вот, к сожалению, велоспорт отличается тем, что есть круговое движение, да, существенное отличие, поэтому давить не надо. Да, хочу привести пример просто. Вообще, то есть, когда мы тестируем и детей, и разных уровней подготовленности людей, в том числе велосипедисты, футболисты, легкоатлеты, самое смешное, когда садятся легкоатлеты, им, в частности, тренера запрещают ездить на велосипеде. Это бывает такое, чтобы не получить травму, и они очень мало, допустим, профессиональные легкоатлеты, особенно бегуны, ездят на велосипеде. Но есть такая забавная тенденция, почему круговой педаляж. Те, кто, допустим, мало ездит на велосипеде, но при этом имеет спортивную форму, они садятся на велосипед и задают, как вот заложено организму ходить вперед, так же у него и ноги работают на велосипеде. И то же самое дети, которые, к примеру, пересели с трехколесного велосипеда, маленькие совсем, садятся на велосипед, у них пока заложено в голове, что нужно шагать, а снизу как будто мы во что-то вляпались, и вытереть, и оттолкнуться. Потом люди, когда садятся на обычные велосипеды, они начинают просто давить, потому что они привыкли, что ноги не прикреплены, вперед они посылать не могут, потому что нога сходит с педали, а назад то же самое, она вылетает. Поэтому большинство людей, которые хотят пересаживаться просто на велосипед и в дальнейшем хотят, будем так говорить, быть быстрее за счет технического аспекта, это тяжело, потому что мышцы уже привыкли давить. Мы вот так вот не ходим на месте, но многие любители именно делают вот это вот. Это делать нельзя. Поэтому делаем, крутим. И многие говорят, вкручиваем, крутим. Если мы зайдем на любой профессиональный форум, вы видите, услышите слова «я так хорошо вкрутил в горку», грубо говоря, «вкручивал» и так далее. Итак, мы сейчас подробно все это разберем. Первый момент – на чем катаются. Есть вариант, вот то, что вы здесь видите на эларгометре, не знаю, может, не всем видно, но это туплексы, да, называется. То есть обычная педаль, и сверху на ней накладывается пластиковый ремешок, который притягивает вашу ногу, и ограничитель. С обратной стороны этой же педали вы можете обнаружить контакты, которые вот системы SPD, да, это система для маунтинбайка. Контактные педали используете? А кто-то есть, кто не использует контактные педали? Ну просто. Принципиально. Не, ну есть такие люди, я встречал. Соответственно, да, тогда есть понимание, что вот, допустим, есть разные шипы, которые позволяют, дают разную степень свободы, когда вы педалируете. И это влияет на технику педалирования, это влияет на работу мышц. Да? Есть шипы, которые более свободные, есть шипы, которые более жесткие. Все эти моменты мы проговорим. Важный момент – то, как вы сидите на велосипеде. Да? С этого начинается техника педалирования. Как располагается ваша нога на педали. И у нас до этого были лекции, в которых мы говорили в целом вообще о том, что такое велоспорт, о том, как, что такое биомеханика велоспорта, правильная посадка, и о том, что такое техника в велоспорте, оборудование и как оно влияет. И здесь маленький элемент из этой лекции о том, что мы говорили по биомеханике. Вот посмотрите внимательно, здесь есть изображение костей, первая метатарсальная кость и пятая. Для примера, да, у вас, поверьте, у всех есть эти косточки. Вот. У кого обувь тонкая, их легко обнаружить, да, это вот я на руке покажу, то есть это выступающая часть на внутренней стороне и на внешней. Да? Вот считается, что идеальное положение на педали – это когда у вас ось вращения проходит четко между двумя этими костями.
В таком случае положение идеально, у вас идеально включаются мышцы и хорошо передается ваша мощность. Вот здесь вы можете увидеть запись с прибора, со стелек, который показывает давление, которое оказывается во время педалирования на подошву. Вот вы видите, как раз в этой области между двумя этими костями и располагается основное давление. Важный, конечно, момент — это то, насколько стопа у вас уплощена, да? Присутствует ли в ней плоскостопие, если и присутствует, в какой степени оно выражено, поперечное или продольное. Есть ряд других особенностей у нас, да? Допустим, разная длина ног. Да? Вот здесь 834 мм, 832. Да? Такая разница в миллиметрах при педалировании может уже сказываться, естественно, на технике в целом. Также есть изменения, индивидуальные особенности, да, в строении сустава голеностопного с разными углами. Также, поверьте мне, что 87% населения, да, у кого вы отобрали, 87% населения имеет вот наклон стопы, это называется варус. То есть стопа у вас не плоская, а чуть наклонена, да, внутренняя часть чуть приподнята. Ну, это естественное такое, наиболее распространенное направление. И вот есть 9%, у которых наклонена в другую сторону. Ну и процент, у кого нормально, вы сами можете посчитать, он действительно минимален. Посчитали. Что же в таком случае происходит при педалировании? Если вы используете обычную велообувь, обычные велотуфли, да, обычные контактные педали, в данном случае вот у вас при наклоне появляется паразитное движение в коленном суставе за счет того, что каждый раз, когда вы педалируете, ваша стопа за счет демпфера, да, она сминается и производит так давление. Потом опять возвращается и отсутствует прямолинейность движения. Как можно это компенсировать? Использовать специальную велообувь, специальные велостельки, которые компенсируют вот эти изменения и выстраивают вашу ногу как поршень. Ваша нога становится ровной. И получается, что вот эти паразитные движения, которые, от которых могут страдать мыщелки, да, или какие-то другие могут возникать боли, они устраняются за счет вот различных, вот здесь вот, я не знаю, вам видно, нет, что это вот в проекции, да, что здесь внутренняя часть потолще, внешняя потоньше. Вот, то есть за счет вот этих буквально там несколько миллиметров изменений позволяют скорректировать вашу технику и добиться больше эффективности и комфорта. Также есть вставки, можно их делать непосредственно в контакты. Здесь еще раз, то есть о том, что какие области страдают. То есть наибольшая область страдает вот эта вот, да, внутренняя часть. У некоторых людей страдает внешняя часть. Важный момент — это подбор высоты седла, да, от которой тоже многое зависит. Здесь есть простейшие варианты. Опять же, глубоко не будем углубляться, простите за тавтологию, но вот 109% от длины ноги, да, это будет близко к оптимуму. Да, в случае, если вы вот померите таким образом, подойдете к стене, возьмете какую-нибудь там книгу, например, вставите, да, между ног, поднимите ее как можно выше, ну не надо до болевых ощущений, да, вот, и, соответственно, измерите это расстояние. Итак, когда у нас велосипед настроен, когда мы понимаем, что у нас есть четкая техника, мы подготовились к технике, к правильному уже педалированию, теперь мы можем поговорить, что же это такое вообще, что такое техника, какие бывают фазы. Вот здесь вы видите самая распространенная, вот зеленым отображена фаза, которую все знают, это фаза жима. Да? То есть все мы знаем, что на велосипеде, чтобы ехать, надо нажимать. Дальше вот здесь внизу есть фаза, она называется проводка педали. Обычно она отсутствует у людей. Да? То есть, ну, что там, нажал, уже вторая нога, там можно уже и второй нажать. Зачем тут напрягаться? Фаза подтягивания, про которую тоже довольно мало кто знает, да, потому что, опять же, есть уже другая нога на противоположной стороне. И вот проталкивающая фаза, где нужно педаль вперед толкнуть, они вообще уже, да, зачем вообще о ней думать? Там уже обычно большинство людей вообще ничего не прикладывает, никаких усилий. Поэтому немножко мы поговорим об этом буквально вскользь, а дальше будем по каждой фазе отдельно тоже углубляться. Если какие-то вопросы будут, опять же, возникать, можно сразу проговорить. Итак, я не знаю, была ли у вас такая в жизни ситуация, когда к ботинку прилипало нечто дурно пахнущее? Да, вот. Если была такая ситуация в жизни, то обычно от этого избавляются тем, что пытается ботинком вот что-то, значит, скрести, да, находит такое специальное место. Кто по траве скребет, кто по асфальту. Так вот, следующий момент. Если вот в этой области, да, когда вы педалируете, вы попробуете сделать похожее движение, то в этот момент вы тогда начнете прикладывать усилия,
направленное как раз педалирование. Да? В следующий раз, когда вы сядете на велосипед, вы вспомните это ощущение и попробуйте в этой фазе приложить усилия. Тем самым вы добавите себе эффективности. В фазе подтягивания, ну, тут все понятно, да? Если у вас контактные педали, у вас есть возможность в этот момент активно поднимать ногу. Поверьте мне, можно даже не прикладывать усилий больших, но поднимайте ногу. Я дальше покажу, зачастую бывают ситуации, когда вы передней ногой, на самом деле, поднимаете вес задней ноги. Вы просто ничего не делаете задней ногой, да? Если шатуны разделить, вы увидите, что вы эту ногу даже поднять не сможете. И в фазе проталкивания вспомните, пожалуйста, как вы открываете двери. Бывает такая ситуация, что вы дверь так ногой хотите открыть. Раз. Я часто открываю двери без рук. Ну, уже по привычке. Да? Раз, надавил, дверь открылась. Очень удобно. Вот здесь я не могу сказать, что это одно и то же, да, но это некое подобие вот этого ощущения. Чтобы протолкнуть педаль в этой фазе, вспомните вот этот такт и попробуйте его здесь повторить. Итак, как же выглядят записи, что же такое техника педалирования, если мы начинаем ее подробно рассматривать. Вот здесь фаза жима, когда человек, да, достиг пика, пик достигается при 90 градусов, когда шатун у нас в положении, да, ровно. Но это механическое. На самом деле находится чуть ниже, за счет того, что у нас есть инерция движения, да, и более оптимальные углы. А вот здесь вот мертвая точка, нижняя, да, в самом низу, нога опустилась, и вот здесь как раз фаза подтягивания, которая в данном случае, вот она, видите, вот эта здесь серая линия, эта мощность равна нулю. Соответственно, вот здесь она отрицательная, человек усилий никакого не прикладывает. Ну, он пытается что-то приложить, но что в итоге получается? Вот здесь вы видите, что у него порядка минус там 40 ватт, да, ватт это, собственно говоря, мощность, с которой человек идет, то есть это самая удобная оценка интенсивности, с которой велосипедист перемещается. Здесь вы видите асимметрию, допустим, да, вот видно, что правая нога красненькая, более сильная, чем левая нога, да. И вот тут сбоку вы видите примеры записи высококвалифицированных спортсменов, честно вам скажу. Вот это вот все, это очень высококвалифицированные спортсмены, но на высокой частоте педалирования, когда действительно очень сложно скоординироваться, о чем мы тоже поговорим дальше. Вот я хотел просто обратить ваше внимание, насколько различны бывают, да, усилия. Вот у кого-то даже двугорбости какие-то получаются. Вроде он нажимает на педаль, потом думает, а что на нее нажимать, сама вроде идет. А потом, нет, все-таки надо нажимать, и нажимает, да. Вот, то есть любые различные варианты. Кто-то вот в фазе подтягивания ничего не делает, бросает совсем, да, и здесь вы видите порядка минус 300 ватт, да, при том, что человек, вот если его вот здесь посмотреть, вот он, дает 1100 ватт вперед, еще минус 300 куда-то у него, значит, назад уходит. Вот, поэтому здесь довольно много индивидуальных особенностей. Важные моменты мы сейчас проговорим. Что хотелось бы отметить, что в педалировании участвуют много мышц. Да? Они распределены в некие группы, которые вот здесь вы можете наблюдать. И очень важный момент это, да, на первый взгляд, там, может быть, она кажется ненужной, бесполезной. Вроде сидит на седле и мягко, и удобно. Но на самом деле это очень активная мышца. Глутеус максимус ее называют, да? Наша ягодичная мышца. Ее действительно можно очень эффективно включать. Затем идет квадрицепс, да, это передняя поверхность бедра, вот, и задняя поверхность бедра также здесь участвуют. Икроножные мышцы, да, мышцы голени, передние поверхности голени, и дальше уже задняя поверхность бедра, двуглавая мышца. Ну и опять же наши подвздошные все мышцы. Вот важный момент, не пытайтесь только, да, и об этом мы тоже поговорим, услышав эти вот всю эту идею, да, о том, что нужно подтягивать, сразу бежать и тут же пытаться, значит, все это по максимуму подтягивать. Да. Нужно все, принцип постепенности, он очень важный. Нельзя сразу бросаться на новую технику педалирования, можно получить и микротравмы, да, и может ноги свести, потому что если мышцы не готовы были к этой работе, и вдруг вы ее начинаете выполнять, могут возникнуть проблемы. И теперь я бы хотел, да, некие практические вещи вам показать и проговорить. Значит, перед нами вот здесь велоаргометр находится, который как раз и позволяет увидеть, что такое техника педалирования, собственно, в режиме реального времени. Не так много таких в мире устройств, особенно не так много устройств, на которых можно было бы тренироваться, да еще которые можно было бы действительно купить за приемлемые деньги, а не за 4 миллиона рублей. И здесь вы видите пример вот техники педалирования. Это левая нога, вот до сюда, это правая нога. На первый взгляд сложно, сейчас попытаюсь объяснить. Итак, здесь левая нога находится в верхнем положении, вот видите, мертвая точка, опускается вниз, идет
Да, видите, при 109 градусах, не про 90, идет максимум усилия, человек делает жим. Потом она заканчивает свой жим, и возникает правая нога, которая делает жим с верхнего положения, проходит вот здесь вот угол уже другой, 112 градусов, и заканчивает жим. Здесь первое, что увидите... Я покажу несколько слайдов. Здесь вы видите, что есть некое смыкание. Я не буду сейчас сильно заострять на это внимание, потому что Володя нам продемонстрирует сейчас отвратительную технику педалирования, и мы все убедимся, как она выглядит. Здесь вы видите, что присутствуют мертвые точки, да, в которых практически отсутствует усилие. И получается форма восьмерки. Что же такое профессионал? Профессионал — это тот, кому много платят, да, кто много очень ездит. И у них техника обычно лучше. Да, я не могу сказать, что всегда, но обычно лучше. Здесь вы видите, вот в мертвых точках значительно более, да, увеличенное усилие по отношению вот, да, здесь. Углы более четкие, да, совпадают. И вообще воспроизводимость есть. Да? То есть если тут мы видим, что один раз человек много надавил, другой раз мало надавил, один раз внизу надавил, другой раз где-то повыше надавил, то здесь четкая воспроизводимость. Бывает, люди приходят с асимметрией. Вот видите, левая нога страдает, а правая довольная. Да? Но после тренировки наоборот может быть. Да? Значит, это также вот легко устраняется за счет обратной связи и выравнивается. Итак, здесь, да, несколько моментов, и сейчас мы посмотрим. Значит, идея какая, что мы хотим для улучшения своей техники педалирования акцентировать внимание, да, свое на мертвых точках, на нижней точке, что нам нужно протянуть, да, на верхней протолкнуть, на фазе подтягивания. Что для того, чтобы почувствовать все эти, да, вещи, можно, например, выполнять упражнения с высокой частотой педалирования. На велосипеде, на станке, на вергометре. Вы должны выбрать частоту педалирования там, 90, 120, 140, 150 оборотов. И пытаться на этой высокой частоте, когда нагрузка минимальна, да, пытаться сохранять хорошую технику педалирования. Пытаться приложить усилия во всех фазах. Это довольно сложно, поверьте. Но это очень эффективно за счет того, что ваш организм обучается правильной технике. И также можно, например, пробовать педалировать одной ногой. Может быть, вы уже выполняли такое упражнение. Кто-то выполнял? Я тоже. Да, желательно по очереди. Вот. Я помню, один гонщик про тур, он там, ему довольно поздно пришла идея в голову, что можно, оказывается, одной ногой педалировать. Я не знаю, он в танке был, когда тренер давал эти упражнения, я не знаю, что, да. Но он с такой радостью мне сообщил, что когда я начинал, я мог педалировать, там, он говорит, там страшные цифры, 300 ватт только 5 минут, значит, теперь я могу уже и полчаса крутить. Вот. Одной ногой? Одной ногой, да. Вот. Страшно был довольно. Значит, это легко осуществимо. Важный момент, что когда вы педалируете одной ногой, старайтесь обращать внимание на то, чтобы все-таки фазы были равномерны, да, чтобы это не было так, что вы делаете жим, а потом немножко подтягиваете, да, немножко проводите, чтобы все фазы были более-менее равномерны. Не старайтесь выполнять ее с максимальным усилием, не старайтесь чрезмерно это делать. Пытайтесь сделать с хорошей техникой, и когда вы уже хорошую технику поймаете, тогда и увеличивайте усилия. Это самый эффективный путь. Путь улучшения техники педалирования и путь улучшения, если у вас асимметрия есть, правая, левая нога. Итак, при изменении техники педалирования я прошу вас постепенно любые вот эти новые вещи вводить, да? Так же, как при изменении вашей посадки тоже. Если вы изменили посадку и обрадовались очень от этого, узнали какие-то новые вещи или кто-то вам посадку новую поставил, я прошу вас сразу не выбегать и не рвать, да, на 100% в гору. Да? То есть все нужно делать очень постепенно и аккуратно с такими вещами. И сейчас мы хотели бы, да, в режиме реального времени показать, как, что такое отвратительная техника педалирования. Что такое техника педалирования, когда вы танцуете. Поехали. Покрути. Давай, Володь. Вспотей, пожалуйста, немножко. Хорошо, спасибо. Итак, здесь, собственно, мы сейчас видим. Кто-то взял с собой тоже велотуфли? Да, я вижу, вижу. Вижу. СПД. У нас СПД. МТБ. А кто-то педали взял? Педали можно поставить. Велосипед взял. Велосипед. Хороший вариант. Не видел пока еще, как туда его. Ну,
Только в андроидном коллайдере, если их ускорить, они могут слиться. Итак, Володя сейчас у нас педалирует отвратительно. Молодец. Так держать. Тяжело. Значит, еще раз, да, это у нас левая нога, это правая нога. И вот здесь мертвые точки, да? Пожалуйста, вот можете попросить одной ногой попедалировать, чтобы было понятно? Угу. Вот сейчас видно, да, правая нога педалирует, вот ее верхняя часть, проходит середину. И вот это вот, собственно говоря, вот видите, вот этот мизер, это фаза, ну ладно уж, ладно, что там, мизер. Вот эта вот маленькая часть, это, собственно, фаза подтягивания, да? Вот здесь видите в цифрах как раз усилие, которое он предлагает, да, мощность, с которой сейчас Володя крутит. Давай посмотрим теперь двумя ногами. Итак, что же у нас здесь происходит? Владимир делает активные фазы зажима, да, вот здесь вот вы видите, вот они. При этом у него все время угол гуляет, да, при котором он прикладывает максимум. Здесь мы сейчас можем обсудить, что такое считается эффективной техникой педалирования. Итак, первое, нужно разделять, чем вы занимаетесь. Прогулочно вы едете? Или вы действительно собрались проехать Ironman, разделку, да, или вы хотите какое-то ускорение, вы хотите выиграть. Вот когда мы едем прогулочно, можно как Володя вообще не крутить, да, если ветер попутный сильный. Да, и в принципе не сильно думать о технике педалирования. Делать жим и радоваться, да. Поверьте мне, гонщики Tour de France, когда они едут этап 6 часов, они не подтягивают все 6 часов, да, они не соблюдают эту технику идеального кругового педалирования, это просто невозможно. Ты не можешь доехать. Поэтому есть, да, разделяйте, есть фазы, когда это необходимо действительно и нужно включиться. И вот тогда все ваши знания помогут вам проехать эффективно и быстро. Итак, что мы можем отсюда еще рассказать, Володь, давай? Угу. Покрути, пожалуйста. Я так люблю, когда откручу. А когда крутишь отвратительно, я вообще очень люблю. Во, вот так вот, вот прям. Во, молодец. Во, вот, вот. Вот так крутит Володя. В состоянии измененного сознания. Вот, вот, видите, да? Да, 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 вот, вот. То есть он вообще, вот, вот сейчас, если вы прислушаетесь, такой есть удар, да, такой бам, 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 бам. Если кто-то из вас катался на трековых велосипедах, да, вот сейчас модный фикс-вайл их называют, где мертвая передача, там можно увидеть даже, что цепь, она вот в какой-то момент раз, провалилась, потом оп, опять натянулась, провалилась, натянулась. Также и на шоссейных велосипедах вы можете для себя это отметить. Это значит, что в этот момент у вас нагрузка пропадает, да, цепь бьет. И у Володи тоже сейчас цепь била. То есть еще раз, это был только жим. Ну, Володь, продемонстрируйте. Да. Не, я хочу просто... Да. Мне довелось познакомиться с Александром Кириченко. Это последний олимпийский чемпион на дистанции 1 километр на шоссе. Да. Почему последний? Потому что на после треке. Этого... На треке. Угу. Да, извиняюсь. И он рассказывал то, что почему он был... Он тренировался вне сборной, тренировался, там были свои проблемы, но это есть во всех федерациях всегда, есть любимчики. И... Но вообще смысл в чем? То, что его тренер вешал на цепь, вешал датчик, это уже тогда, это 80-е годы. Если цепь провисала, на руле загоралась лампочка. То есть была уже тогда задача тренироваться, чтобы цепь всегда была в натяжении. И тем самым даже тогда, то есть вот элементарными... С вот этими, с помощью электроники, люди уже так понимали, что главное – это круговое педалирование. И Александр это мне рассказывал, как они делали, как он слезно за этим следил, и как тяжело это на фоне усталости после долгих тренировок за этим следить. И когда тренер постоянно об этом долдонил ему, и уже тогда начинаешь переосмысливать, что все-таки без техники никуда. Да, человек может быть физически развит, но физический развитый человек, он может до определенного момента дойти. Дальше идет только техника. Вот. Теперь, Ян, что... Володя сказал одно из слов, которое я тоже люблю, называется «утомление». И пару слов мы дадим ему отдохнуть, он уже утомился. И пару слов я хотел бы сказать об утомлении, как техника меняется с утомлением. И первое, что у людей, когда наступает утомление, пропадает, это возможность прикладывать усилия в самой верхней точке, да, вот мы уже договорились, что у нас есть круг педалирования, и в самом верхнем там пропадает возможность усилия. Потом утомление развивается и пропадает возможность прикладывать усилия в самой нижней точке. Дальше страдает уже почти в равной степени фаза подтягивания и фаза жима, да. Зная это, вы тоже для себя можете понимать, над чем вам акцентировать, на чем концентрировать свое внимание, когда вы утомляетесь. Итак, Володь, ну,
теперь продемонстрирую нам, не знаю, шедевр. Ну, не совсем. Ну, я могу сказать, что чуть хуже, чем когда мы электродрель подключали. Честно вам скажу, Володя не достигает таких высот, но очень-очень уже неплохо. Итак, что мы видим? Ну, ты уж... Да, да, придется, Володя, ну что сделать. Итак, мы видим, что Володя уже устал, и что техника у него ухудшается с каждым оборотом. Значит, видим, да, первое, что в мертвых точках, где он, да, в самой нижней точке, в самой верхней, вот видите, вот эти провалы, они как раз и являются этими точками. Володя вспомнил, что надо прикладывать усилия, да, и в самой нижней провести. Для этого он даже немножко, если вы, там, мне сложно, мне сбоку видно, он даже немножко угол голеностопа изменил, да, угол атаки, под которым он идет. Во-вторых, можешь нагрузку побольше немножко поставить? Что сделать? Нагрузку побольше. Я вижу, тебе легко слишком, я не могу. Во. Вот сразу мощность увеличилась, и вы видите, что у него, да, немножко там периодически асимметрия возникает по правой и левой ноге. А, все это, естественно, сейчас разминка, да, то есть после того, как человек разминку проходит, и начинается уже действительно интенсивная работа, ее можно усреднить и посмотреть, а, собственно, насколько у него хорошая техника педалирования. Здесь мы пока, ну, как бы, это игра, да, я прошу вас понимать, что это не научное, да, сейчас исследование, мы не можем здесь сделать каких-то серьезных выводов. Но! Можно тебя попросить, Илья Володь, на магниточке там что-нибудь стоит нам продемонстрировать, да? Мы же хотели, чтобы... Хорошо или плохо? Ну да, плохо. Ты же плохо умеешь. Вот, собственно говоря, танцовщица, да? Значит, что первое изменилось? Это пропали, опять же, да, вот видите, мертвые точки. То есть в них все. Володя забыл, что надо включать. Слава богу. А то бы не получилось. И посмотрите, как углы изменились, да? Если до этого я, да? Если до этого круги выглядели таким образом, были ориентированы, да, оси приложения силы, то теперь они сместились ближе к вертикальному. То есть за счет того, что Владимир поднялся, за счет того, что он сдвинулся, его максимальные усилия ближе уже к нижней точке, да? А. Здесь теперь хорошую технику педалирования. Да-да-да. Молодец, Володя. Ай, хорошо. Но недолго, да? Значит, любой из вас потом попробует и поймет, что на самом деле, да. 630. Всего 630 ватт, вы понимаете. Ну, о чем тут говорить? Да. Значит, соответственно... Это усредненное даже за оборот. Вот последний оборот он сделал 630. Он хитрый, он знает, что показывает. Он же уже прошаренный человек. Молодец, сохраняй лицо. Итак, значит, здесь мы видим, да, что гораздо серьезнее, да, получились у него по фазам. Вот. Вот. Молодой человек. Мастер спорта по гребле. Он, вы не видели, он мгновенно себе руками успевал помогать. Вот, если есть желание, если эти цифры как-то возбуждают, можно в конце будет просто себя протестировать, не знаю, там спринт 5 секунд, и заодно тут же увидеть технику педалирования. Итак, здесь мы увидели, что Володя нам спасибо наподтягивал, да, молодцом, хорошо. И даже вот углы у него не сошлись, к сожалению, да, для правой, для левой ноги. Значит, что такое хорошая техника педалирования? Еще раз, буквально кратко, да. Первое. Отсутствие провалов серьезных в мертвых точках, да, то есть мы тоже там прикладываем усилия, раз. Второе, что правая и левая нога были бы одинаковые, симметричные. Третье, чтобы каждый оборот повторял бы предыдущий. И теперь, чтобы углы, в которых вы прикладываете максимум усилия, совпадали бы. Ну что такое совпадали? Если они будут отличаться на 2-3 градуса, я скажу отлично. Я не скажу, что это плохо, уходи отсюда. Не хочу тебя видеть. Вот. И... Володя. Что еще? Я хочу... Чего? Сделать тебя асимметричным. Можно еще раз? И на этом мы закончим. Да, чтобы ты одной ногой побольше, другой поменьше. Ну уж прям совсем инвалид уже. То есть вот все-таки, да, обращаю ваше внимание, вот это на самом деле наиболее распространенная
когда одна нога у нас, ну так, так уж мир завелся, порядка 60% людей, одна нога ведущая, вторая нет, да? И эта неравномерность, она сказывается на тренировочном процессе. Итак. Скакание на каденсе. А? Я каденс высокий не покажу, но можно посмотреть, как изменится все. Давай, что такое давай, перестройки. Давай. Объясни сначала. Высокую частоту педалирования. Сейчас, Володя, давай, крути. Нам нужна картинка, мы любим, когда что-то двигается. Вот смотрите, по углам, да, только что произошло. За счет того, что массно-инерционная характеристика, очень высокая частота педалирования, вы видите, что момент максимального усилия, он может даже переходить уже за нижнюю точку, да, просто за счет того, что мы раскручиваем, да. Масса бедра у Володи, она довольно существенная. Уже инерционный момент уже опережает просто мышечную массу, которую можно приложить. То есть это тренируется только за счет каденса. Простите. Вот. Сейчас мы еще несколько моментов презентации отметим, и дальше можно будет попробовать, можно будет все уже не развили. Проговорить. Что еще хочешь? Что еще хочешь? По поводу того, что спринтеры наши 240, при этом углы не меняются, как остаются 120-140 градусов максимальной силы, при этом на каденсе 240 они также показывают это все. Ну, можно, да, можно это проговорить. То есть есть тестирование, неоднократно проводимое, в которых у одаренных спортсменов смотрят, а собственно, в какой момент пропадает подтягивание. И в какой момент оно становится, вот, как мы говорили, там уже отрицательная мощность. Человек прикладывает там 1500 ватт, но при этом жмет он на самом деле всего 1200. Да? А вот минус еще 300, он приходится на подтягивание. И умение поддерживать правильную технику педалирования с ростом частоты педалирования, это вот действительно это тренируется порядка там, наверное, да, нужно иногда и пару лет для высококвалифицированных спортсменов, чтобы достигнуть высокого результата. Но стремиться к идеальной кружке? Если вы электродрель, это ваше. Потому что любые асимметрии дрель ломается. Если реально человек нет, значит, овала не должно быть. То есть, если мы говорим, да, вот просто круга, да, или ровного овала не должно быть. Ну, невозможно. Это просто так мир устроен. Если вы делаете действительно круг, значит, вы все-таки не прикладываете достаточного усилия в фазу жима и в фазу подтягивания. Да? Вот, невозможно. Ну, поэтому это всегда небольшой... Объясни, почему не может быть круга. Потому что масса ноги имеет тоже свой вес. Это дополнительная мощность на жиме. Соответственно, если идет овал, то есть если мы поднимаем, мы мало того, что поднимаем мощность свою, еще и прикладываем силы. И вот в этих зонах, то есть чисто мощность, ту, которую может наши мышцы показать. А здесь еще просто прикладывается вес самой ноги. Поэтому мощность именно в этих точках и выше. Соответственно, если круг, то значит, получается, мы не используем свой вес, и это неправильно. То есть мы специально после вот этого начинаем ногу расслаблять, и она сама падает. И при этом не дорабатываем мышцами. Правильно? Да. Можно так сказать. Не будем углубляться сильно. Сейчас просто уже закончим, и можно будет тогда перейти к вопросам. Значит, просто немножко об экзотике, да, о том, как можно потренироваться. Да. Значит, если у вас есть болгарка, да, и энтузиазм, вы можете свою систему превратить в уникальный способ для тренировки техники педалирования. Либо приобрести за недорого. Значит, соответственно, здесь два шатуна разделены. Да? И все. Этим все сказано. Вот как ни старайся одной ногой, второй себе не поможешь. Да? Как у лифта, противовес пропал, все. Значит, как это выглядит, да? Следующим образом. Вот можно одной ногой стоять, второй при этом педалировать. Поверьте мне, техника педалирования очень хорошо отрабатывается. Значит, важный момент, я бы не рекомендовал, если вы, да, захотите это использовать, выезжать на шоссе сразу. Тем более в контактах. Поверьте, следующий момент. Очень легко ускоряться. Вот. Оно как-то привычно нам. Ускорился прям хорошо, вы сразу так пойдете. Но удержать скорость, да, частоту педалирования, или потихонечку ее снижать, вот там и начинаются основные проблемы, начинается, да, рассогласование между ногами. Можно вот совсем прям, вот мне вот это больше всего момент нравится. Да. Это просто, это как однажды в плавании пришел, значит, это письмо пришло в советские года, предложил человек, что вот надо одновременно рукой, там, ногой тоже. Значит, работать. При этом еще он предлагал вращаться на каждом движении. Ну, действительно пришлось научному институту ответить. Да. Вот. Там 6 человек пробовали это. В общем, было очень смешно. По-научному им ответили, что да. Все-таки это неэффективная техника педалирования.
Кто-то в Фейсбуке, я помню, спрашивал, попросил уделить какое-то время по поводу овальных асимметричных звезд. Да? Вот, и один из известных гонщиков сейчас в пилотоне – это Крис Фрум, который ее использует. Обычные звезды бывают, да, и бывают вот вытянутые звезды, бывают очень сильно вытянутые звезды. И получается, при применении этих звезд меняется и техника педалирования, и прикладываемые усилия. То есть фактически, да, если мы посмотрим, вот обычная звезда, вот асимметричная звезда, и в мертвых точках, вот сейчас, да, стоят шатуны, вы видите, что они одинаковые, то есть количество зубов здесь совпадает. А в фазе, где вы можете приложить больше гораздо усилия, у вас и получается, что вот это плечо, видите здесь, да, на цепи, оно гораздо больше. То есть, допустим, у вас получается 46 там, на 54. Я сейчас прямо уж совсем всех убью. Что это такое? Вообще. Расскажи. Количество зубьев. Да, количество зубьев. Ну, все. На всякий случай. Я надеюсь, всем, да, все знают, что чем больше количество зубов спереди, тем больше можно, да, за один оборот проехать. Но тем, извините, сильнее надо. Да? Тем нужно больше прикладывать усилий. Ничего не сделаешь. Итак, вот пример 6 человек. Это самая последняя диссертация, она буквально там 4 месяца назад защищена. И то, как люди прикладывают, здесь, значит, красненькие асимметричные, синенькие это обычные звезды. На самом деле, вот видно, да, что в асимметрии усилие каждый раз вот оно выше. Пинг, 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 и немножко углы меняются. Но когда пытаются все это усреднить как-то, да, наука, она так устроена, люди, ученые не верят одной картинке, им надо, они говорят, так, всех усреднить, всех проверить. Выясняется, что вот, я не знаю, вам видно разницу в этих столбиках? Чуть-чуть есть. Да, 2-3 пикселя. Вот. К сожалению, различия очень малы, да, это 1,6%, это там 2%, это 3%. Для серьезной науки это, они, да, это просто на грани погрешности, да, иногда гораздо ниже, да, погрешность иногда и 5% составляет, и большого интереса не представляет. Но если мы поговорим о результате, то результат зачастую отличается 0,5%. Вот, да, и, да, да. И получается, что мы для себя понимаем, вот здесь электромиографическая активность мышц, ну, то есть это rectus femoris, да, это у нас вот здесь спереди мышца, и vastus medialis, это все мышцы передней поверхности бедра. Значит, еще раз, у нас красненькая – это асимметрия, синенькая – это круглая. Я просто хотел обратить ваше внимание, что мышцы включаются в разные моменты. Вот видите просто, да, здесь не будут заострять на остальном внимание. Просто они включаются в другие фазы. Это значит, что вы действительно можете получить преимущество. Но в каком случае? А если после этого бежать? Значит, сейчас по поводу триатлона поговорим. Значит, первое, да, очень важно, какой угол вы выставите для звезды, да, то есть если вы ее захотели, вы ее приобрели, я помню, что где-то в последняя волна, это была 94-й год, на велотреке их даже точили и точили индивидуально, то есть делали измерение человека, а потом говорили, вот твой суперугол, значит, то важно ее очень правильно выставить, вот здесь выставлен один вариант выставления, здесь вариант второй, вы видите, что существенные изменения есть, опять же, здесь у нас синенькое – это круглое, существенное изменение в приложении усилия, либо в момент, когда прикладывается усилие. Поэтому это первое. И второе, исходя из совокупности всех исследований, которые есть, да, наиболее эффективно эти звезды могут помочь тем, у кого довольно выраженная, да, большая длина крепления сухожилия. Да? То есть у нас вот мышцы, они крепятся сухожилиями к кости. Если у вас там большое плечо, то эти звезды могут помочь вам. Потому что у вас есть такая возможность в этот момент приложить большие усилия. Если же у вас плеча такого нет, то звезды вам не сильно помогут. Да? Но при этом вам придется очень долго перестраиваться на новую технику педалирования. Поэтому нужно пробовать, если очень захочется. Да? И тогда вы получите ответ, поможет она вам или нет. И теперь мы хотели поговорить немножко про триатлон, да, и по поводу техники педалирования. Значит, получается, для бега, да, те мышцы, которые мы включаем на беге, если мы их очень сильно забиваем при велоэтапе, естественно, у нас бег страдает, да. Использование, поможет ли использование овальной звезды для того, чтобы лучше бежать? Ответ – я не знаю. Да? Но
существенных, да, вы не можете добиться существенного изменения включения мышц. То есть вы не можете добиться овальной звездой, чтобы мышца не включалась, да, или включалась в меньшей степени. Она будет включаться в другой момент, да, она может включаться в другой момент. И может, если вы будете педалировать с меньшей мощностью, будет тогда меньше включаться. Но если вы одну и ту же мощность будете соблюдать, тогда мышца будет также работать. Мы когда тестировали триатлонистов и велосипедистов, то есть единственное, в чем разница и турвиков, и трековиков. У трека все-таки более выражено подтягивание, именно в процентном соотношении по 2. Триатлонистов это меньше всего, потому что подтянущее движение вверх, то есть оно очень сильно забивает. И вот триатлонист, в том числе, допустим, Иван Тутукин наш, то, что мы пробовали, его сажали, то есть у него видно, что да, крутка у него хорошая, но ярко выраженное движение вверх очень слабое. Потому что, опять же, то есть очень сильно забиваются именно те мышцы, на которыми потом бежать. Но крутка, вот, допустим, если возьмем на примере того же самого Вани, она мертвая зона, у него почти нет их. И что я заметил, то есть именно при относительно других ребят, которые у нас были, допустим, у Ивана очень хорошо развита именно техника, он встает. Потому что как тренер, как с его слов, он говорил, что нас тренер учит перед финишем велоэтапа стараться стоя работать. Но у него, как у немногих, стоя он продолжает крутить. А другие ребята, которых мы тестировали, то есть меньшего ранга, классификации, они начинают переваливаться, танцевать. Им начинаешь говорить, уже мышцы настолько привыкли к этому, они не могут это понять. Начинают перерабатывать, все, начинают уже забиваться. Но на нашей практике, то, что именно триатлонисты, у них меньше выражено движение вверх. Правильно? Да. То есть правильно я понимаю, триатлонисты, они больше по старинке только толкают? Нет, крутят. То есть, опять же, ноги постоянно включены, но ярко выраженного движения вверх, на подтяг нету. То есть нажимать, забудьте про это, вот эти движения. Движение всегда идет так. Просто в зависимости от специфики направления, трек, шоссе, МТБ, у всех по-разному идет приложение мощности за оборот. У всех. То есть они чуть в меньшей степени подтягивают, но подтягивают так же. Просто если мы возьмем, к примеру, на фоне ветбайка и посмотрим графики, то у трековика график будет более, будем так говорить, сарделечный. У темповика, или возьмем, если туровика, у него будет больше, он похож на сосиску. Ну, если так выражаться, будет меньше выражено именно подтягивание. Из-за этого мощность в мертвых точках будет чуть пониже. Но именно круговое движение ног, оно будет оставаться. А подтягивание слабее? Опять же, в зависимости от направления. То есть, смотря кто вы. Если мы берем, к примеру, спринтера, тех же самых вот наших элитных, там, Войнова, Денис Дмитриев, у них со старта, если мы берем вот этот тренажер, у них почти одинаково, что 1500 жмут, что 1500 тянут, но это старт. То есть, единственное, прикладывается только, опять же, вес. А дальше у них идет, вот, если график Войновой посмотреть, или того же самого Дениса, то есть, у них видно, что разница, к примеру, жим идет, если мы берем 1000 ватт, то подтягивание идет 650. Если берем туровца, то там будет максимум при 1000 будет 250-300 ватт подтягивания. Туровец – это тот, кто на шоссе катается. Ну, да, жалко, вот в Фейсбуке очень жалею, что я не записал это видео на компьютер свой. Видео, часовое видео, где Контадор в том году идет час с датчиком мощности, с РМ-кой. И это все телеметрия была на экране. И было видно, при весе 63-64 килограмма он выдавал, вот этот финишный час, он выдавал 370-420 ватт, выдавал при его весе. Это огромнейший показатель. И вот я как раз написал, насколько разница огромна от любителей и профессионалов, которые получают, то есть, за это деньги. Вроде думают... На треке час ехал? Нет, не на трек. Контадор шел час на финиш, то есть, когда он в том году оторвался, помнишь, я видео выкладывал, то есть, и его телеметрия. То есть у него получается 370-420 ватт, вот он идет час, средняя СРМ. Потом это видео удалили по просьбе правообладателя. Я его найти, к сожалению, не смог. Но для меня это был сам маленький шум. Сам Контадор попросил. Отвечу немножко, да, еще дополню ответ. Если мы говорим, конечно, про про, это небожители, пусть они там живут. Если мы говорим про любителей, да, и уровень тех, кто хорошо катает, это 20-30%. Да, ну вот. Хорош. Это хорошо. Да? 20% от жима.
Да, имеется в виду. Да, они... да, 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 20% отжима, да. Вот, это действительно хорошо. Иногда это всего лишь 10%, да. И тут зачастую, вот я говорю, очень важный момент, чтобы это не было отрицательно. Вот на это тоже нужно фокусироваться. Не обязательно прям очень активно подтягивать, но важно разгрузить ногу, да. Желающие. Первый, наверное, кто хочет, может покрутить, можно даже без контактов. Чтобы мы решили у того, кто контакты, может обувь, да, прошу? Ну что, просим. Угу. Ну, рассказывай. Ну что, прекрасно, вы победили, Володя. Такого мира еще не видел. Да, да, да. Значит, вот здесь 90 можно попробовать, да? Чтобы когда он забыл. Вот сейчас мощность порядка 200... даже чуть поменьше. Порядка 280 ватт, 300 ватт. Для... Это хороший уровень, да? Который нужно держать часов 5. Ну, можно 4, ладно. Вот, что мы видим, да? Человек послушал лекцию. Да? И обращает внимание. Вот, значит, это его, соответственно, у нас, да? Правая нога, левая нога. Здесь видим, что в мертвых точках все замечательно. То есть идет прикладывание усилия. Наблюдается асимметрия. Вот здесь вы видите, вот внизу красным, желтым, зеленым, там, в зависимости от значений, проценты для правой ноги и для левой ноги. Это мощность текущая. Здесь вот частота педалирования 85 час оборотов. И вот углы, собственно, входа. 102, 100... Вот они все время меняются. Ой, видите, что от оборота к обороту, да, все время скачет немножко, да? Техника. А, все время меняется. Угу. Попроси встать. Встать человека попроси. Попроси. А, стоя, да? Да-да, можно стоя, да. Видно? Вот сразу углы изменились. Входа видно асимметрию по углам для правой, для левой ноги. А, ну да, Володя, хочешь, чтобы не только один он страдал. У человека навыки все равно видно есть. Ну вот всего-то 500 ватт. Сейчас нам тут показывают. 540. Ладно. Вот, да. Нам лишь бы человек хорош попался. Живым не выпустим. Вот. Пошел. Да. Значит, если мы говорим про очень высокопрофессиональных спортсменов, для них есть ряд исследований, показывающие, что вот если очень углы входа большие, да, вот то, что максимум, точнее, они очень поздно, то это не так эффективно. Вот если мы говорим про разделку 50 километров, то можно прикладывать чуть выше, да, там 100 градусов, даже там чуть меньше, да. Но для любителей наиболее эффективным считается 110, 115, 120 градусов. А вы увлекаетесь, извините, триатлоном, а попробуйте в лежак сесть и посмотрим, и повращайтесь. Сразу можно увидеть. Да, но видно, да. И, кстати, обратили внимание. То есть вот мы все сейчас... видит просто. Он просто все видит, поэтому если сейчас мы все спрячем. Да, просто почему? Еще хотел привести пример. То, что мы сейчас, когда были на Громе, стояли, к нам подходили как раз люди, которые сажали на лежак, их сажали именно для данной ситуации. И у многих сейчас становится лучше. Те, кто сажались, пропадало тут же. В верхних положениях усилие начиналось, потому что непривычно. Человек не достиг вот этого еще техники педалирования, принимая лежачее положение при подъеме ноги. Не так растянуты суставы, и человек просто не может здесь приложить движение, потому что для него это непривычно. Хорошо. Поэтому в этом очень осторожно, применяя лежак. То есть здесь нужно смотреть. Может быть, когда применяете лежак, чуть-чуть все-таки пониже поначалу все, опуститься. Потому что человек, который вам лежак ставит или посадку, это не видит. Поэтому в идеале, конечно, обращать. Потому что очень тяжело, если вы на лежаке не сидели, сразу, когда садитесь на лежак, потому что человек вот к нам подходил на вызов, говорит, для меня удивительно, говорит, я ехал с обычным велосипедом без лежака, потом подумал, то, что лежак – это хорошо. И ему поставили его, и он свою половинку... Пол Айронмен сказал, я никогда в жизни так не уставал. Вроде все правильно. Я, говорит, и мощность показал хуже, и проехал хуже. Но мы его посадили, увидели, что правда, когда он только ложится,
тут же пропадается, когда верхняя нога поднимается, тут же пропадает мощность у него. И потом заново он включается. Ему неудобно, у него не растянуты суставы. Поэтому здесь тоже аккуратно и желательно проводите тесты при пересадке на лежак. Спасибо. Так, следующий желающий у нас есть? Да, ну смотрите, допустим, если мы берем этап, когда идет группа, идет, там, в принципе, даже бывает, я говорю, что, вот как объяснил Ян, что они не подтягивают. В группе главное зацепиться и держаться. И неважно как, вы можете обратить внимание, что они встают, у них также начинают, чтобы размять мышцы и танцевать, и все. На горном этапе, когда идешь в гору, ни в коем случае нельзя упускать мертвую зону. Потому что поймите, если идет градиент хороший, если пропадает мощность при подъеме в гору, то вы, получается, следующий оборот, что на заново разгоняете свою же массу, потому что резко упирается ваша масса в эту гору. Это тяжелее. Поэтому при, допустим, горных этапах и просто в горку ни в коем случае нельзя пропадать. Особенно вставать и начинать переваливать себя. Потому что у вас, пропадая мощность, вы потом заново больше энергии потратите, чтобы разогнать себя и велосипед в этот угол, к примеру. Если мы берем, опять же, группу, я уже сказал, то есть там задача в том удержаться, меньше сил потратить. Да, еще такой вопрос. Мы тестировали наших даунхильщиков, то есть это МТБ, то есть они-то все что говорят, что у нас проблема. Мы проигрываем, особенно тренеры говорят, что мы проигрываем, потому что мы очень боимся скорости, мы очень много жмем на тормоза. Когда начали все, вот мы 2 года назад их тестировали, проблема в том, мы посмотрели видео, они спуск у них идет 3:30, то есть они набирают в итоге, то есть 3 минуты 30 секунд спуск, чемпион, например, мира на определенном этапе. Начали рассматривать. И вот наши, которые проигрывают за 2 спуска 40 секунд, это очень много, то есть понимаете, когда человек идет и просто на спуске они проигрывают. Начали анализировать все. Те, кто выигрывает, они даже в полете продолжают крутить. Вот мы делали замедление, к примеру, перед приземлением человек летит. Перед приземлением он уже подает движение на крутение, а наши просто катятся с горки. И начали анализировать, когда спрашивали у наших, почему вы это не делаете. Начали смотреть. А опять же, их учили потом начинать сильнее прикладывать усилия. Чем, допустим, для них чревато? Они прикладывают усилия на прямом участке, к примеру, когда есть даунхилл, у них просто все КПД уходит вниз. Если мы, когда мы начали анализировать, эти даунхильщики, у них даже в воздухе они начинают вверх больше поднимать, вот вниз почти 90, нет движения. Okay. Они заставляют ноги работать, чтобы подвеска не ныряла вниз. Точно. И КПД не уходило на сжатие подвески двухподвесного велосипеда. Это все также, то есть элементарная биомеханика и физика. Наши тренеры к этому не уделяют внимания, поэтому проигрывают именно вот такое вот. И вот сейчас они начали, спустя вот 2 года, когда их занесли, да, начали обращать внимание. Но пока что результат не вырос. Хорошо. А BMX, который тренеры нас уверяли, что им контакты нужны только для баланса велосипеда и лучше проходить дистанции, когда с ними стал работать КНГ и обращать внимание именно на педаляж, сейчас у нас 4 лицензии. Такого не было. На той Олимпиаде не было ни одной лицензии у BMX. Сейчас девочки, которые вот этот год полностью отработали на ветбайках, именно смотрели за круговой. Сейчас эти две девочки взяли лицензию. Значит, в чем идея, да? Во-первых, когда мы видим, что мы делаем, мы тут же подправляемся, да? И, да, не надо. Здесь пусть будет магия, у нас как это, костыли отбросил, побежал. Значит, достаточно порядка, там, кому-то 2-3 занятий, да? Кому-то нужно 2 недели. И появляется первый скачок в технике педалирования. И вы едете быстрее дистанцию, вы можете для себя проверить, да? Просто поедете, как вот вы обычно, не знаю, там на работу каждый день ехали. Я помню, тогда Володя один любитель позвонил, и просто он рыдал от счастья. Он был в какой-то эйфории и говорит: «Господи, а что же я до этого, как я ездил до этого? Вот я на работу приехал, он там минут на 10 быстрее приехал». И это вот эффект, вот это первое понимание техники педалирования. Вы ничего не изменяете, у вас не улучшается выносливость, сила не прибавляется, но вы понимаете, как правильно прикладывать усилия, за счет этого едете быстрее. И второй качественный скачок – это уже 2-3 месяца нужно работы, и тогда у вас качественный скачок, вы опять едете гораздо быстрее. Чаще всего это работа зимой, да, почему мы здесь собрались в этот почти уже зимний вечер. И это лето, это работа летом, возможно, 20-30 минут до того, как вы поехали на шоссе. Поработали на технику и выезжайте. Итак,
Я дал много времени, да, чтобы... Я старался. Итак, что мы видим? Да, первое, ну, провалы, да? Они были. Вот. При попытке, значит, их устранить, возникает асимметрия, да, четкая все-таки. Вот правая нога страдает. Сейчас я здесь посмотрю, за все время, что вы педалировали, да, получается где-то 6% разница, 5-6%. Значит, по углам усилия, да, существенное различие. Я уже мучил. Ну, Володя еще раз просит, можно? Да. Ради Володя. Володя, люблю. Да, он хочет, чтобы все сегодня страдали. Вот. Видно, да, снижение, оно не столь выраженное, да? Потому что уже, опять же, человек понятно, что делать. И продолжаем. Вот. Но Володя, да, Володя не хочет просто так отпустить человека. Вот. Опять асимметрия у нас, да, была видна по правой-левой ноге. Вот, вот они, да, вот здесь вот провалы были в момент, когда человек только начинает фазу жима. Раз, вот не может так вложиться. За счет того, что как раз непривычно, непонятно, что происходит, нагрузка большая. И высокую частоту педалирования можно выбрать прямо. Во. 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 Хорошо. Отлично. Это хорошо. Это хорошо. Хорошая техника. Жаль, нагрузка маленькая, да? А так очень хорошо. Это четкое просто научение. Да? Научение держать треугольник. У нас есть треугольник. Руль, седло и... педали. Вот. И понимание, что вот этот треугольник и дает силу, а все остальное уже это, да, лишь помеха, это и позволяет потом уже уйти от этих прыжков. Вот чисто научение, да, научение держать позу четкую, да. И вы также можете в пилотоне, когда вы смотрите гонки, вы можете посмотреть, все-таки гонщики, разные гонщики, у них видно там, как спина работает, да, то есть кто-то в большей степени раскачивается, даже при езде в группе, кто-то в меньшей степени. Но, поверьте мне, бывают пловцы, вот недавно мне как раз рассказывали про пловца сборной, который вот, он только вот так плавал и все, вот ему пластырем палец приделывали, там, что только они, вот так вот он греб и все, ничего с собой сделать не мог. Поэтому, если мы говорим о профессионалах, то они и так могут педалировать, да, когда не прямо ноги смотрят, а в бок, значит, или одна прямо, другая в бок. Вот, ну, уже свои особенности, да. А если мы про любителей, то все выстраивается. Все. Любые прыжки, любые там, да, вот эти движения, невозможность там танцовщицей работать, все это легко устраняется набором просто часов работы. Есть понятие оптимума, вообще есть оптимальная частота педалирования. Вот она есть под спринт, и она есть под выносливость. У каждого своя. Но ближе всего это вот, да, если меньше всего кислорода человек потребляет, это где-то вот действительно 70-80 оборотов. Но оптимальное в итоге считается где-то 90 оборотов, 110. Потому что там наиболее эффективное соотношение прикладываемых усилий и выдаваемой, собственно говоря, все-таки эффективности. И можно ехать на низком каденсе, но если ты готов к этому. Да? А в триатлоне все-таки зачастую мощности, с которыми идут люди, это там, ну, не... Да. 10 лампочек не загорится. И триатлонисты, когда их тестируешь, да, часть из них устроена так, что он может бесконечно долго выполнять нагрузку, допустим, я условно говорю, на мощности 250 ватт, но дай ему 258, и он куда-то пропадает сразу. Что-то говорит, все. Ты что там, где чего? Мышцы встали, да? То есть у них нет способности удерживать, да, анаэробную работу, да, то есть вот когда, это не маунтинбайк, где он раз гору взял, на спуске что-то там типа отдохнул, еще гору взял. И здесь, когда короткие шатуны, это получается работа, которая не дает тебе вот этих ярко выраженных пиков, да, усилия. И ты действительно работаешь с меньшим включением мышц. Но это нужно уметь, это нужно свои мышцы, они должны быть действительно очень аэробные. Особенности, получается, постановки, да, стопы. Значит, ну, первое, очевидно, что если держать ее все время под одним углом, то будут фазы, когда она неэффективно работает, да. То есть, если мы представим, что мы стопу держим вот строго горизонтально, получается, в мертвой точке, да, усилия приложить, нужно очень много мышц прикладывать, которые дадут неэффективное усилие. Поэтому мы все в нижней точке чуть ногу, да, вперед наклоняем.
верхней точке мы, получается, когда мы проходим ее, мы должны чуть раньше на опережение, да, голеностоп, опустить пятку вниз, чтобы пройти эту фазу также эффективно. Но это работает не у всех. Да? То есть если голеностоп не готов к этому, то при активной работе, там, 40 минут, ну, начинаются просто какие-то несусветности. Там. Вам кажется, что вы что-то эффективное делаете, а происходит фантастика. Там. Это во все стороны все гнется, но не, там, не в те моменты, когда нужно. Да? Поэтому первое, нужен действительно подготовленный голеностоп, раз, и нужно наработать эту технику. Да? И тогда можно активно уже действительно в нужные точки давать правильный угол атаки для стопы. Да. Ну что, ребят, спасибо за лекцию. Спасибо вам, да. Да, спасибо вам, что послушали.